Привет. И сегодня у нас реакция на мультики про танки. Начнем мы с Мултана, серия усиления японского железного монстра. Вот. Он сам себя под... Он не то себя показывает. Да, покажет. Рата и Дориан исчезли практически бесследно. О. Ну что же, похоже, они разузнали, что профессору МС-1 нужна подмога. Я их не осуждаю. Возможно, и вправду ситуация советов куда сложнее. Да. Прекращаем поиски. Они уже наверняка пересекли Аляску и прибыли на завод СССР. Да. Да, я вынужден начать мобилизацию. Контратака японцев будет очень скоро. А вы можете создать своего монстра? Идет очень медленно, инженеры. Мы теряем драгоценное время, и у американцев появляется возможность собрать новые силы. Пора начинать создание титановой брони для Ямамото, и мы приступаем прямо сейчас. А это плохо будет. 300 миллиметров высококачественного титана. 300 миллиметров? Это кольцуга защитит его до... 30 сантиметров, офигеть. Скоро можно... У меня линейка скольки. Волку нашего воина. Офигеть. Совсем скоро. А, кстати, я только заметил, у него пушка другая. Пора собрать этого самурая. Начинаем установку титановой брони. Да, конечно. Ямамото в прошлом бою ты потерпел поражение, но получил очень много опыта. Какого опыта? Ты получишь конец тому, что начал, и доведешь дело до конца. Укрепления обустроены, и все воины готовы оборонять наши границы до последнего. Я не сомневаюсь в вашем боевом духе, воины. Полагаю, что пара-тройка артиллерийских установок не будет лишней. А лучше вообще еще одного монстра создайте. Несколько опорных позиций для установки САУ, но самих орудий у нас нету. Орудиями займусь я, а вы начинаете развертывание позиций. Враг не должен пройти дальше этого рубежа. Да, конечно. Скажите тому гиганту. Гигант, серия «Возмездие адских монстров». Именно заставка выглядела так, как... Найди ты. Ну что, поехали. Да, поехали в город за орехами. Так, вот. Интересно, как же они живут в таком шутком месте? Поэтому и хотят захватить наш мир. Хм. Да, по логике так. На свинячили в своем переходит. Ты это кому говоришь? С ним все в порядке. Ой. Стоп. Где он? Он перед тобой. Вот его детали. Стоит прямо перед тобой. А, вот. Я как и сказал. Ты не Левиафан. Война закончена. Сдавайтесь и останетесь живы. Я не Левиафан. Лишь к вашему глубокому несчастью. Ай. Он мертв. Но почему этот проклятый мир все еще проклят? Хороший вопрос. Да. Уж поверьте мне. Ой, плохо. Значит, все. КВ-6 начинает атаку. Щука, ты там тоже не стой. А че у него? Он одну ракету использовал. Почему у него все в запасе? Я бы несколько раз подумал, прежде чем сломя башню ехать на таран. Там сейчас щука тебе. А ну-ка, сейчас вручу этого выскочку.
Правильно, давай. Надери ему зад. А то, ишь, деловой тут какой-то тут слишком. Кстати, у него более яркие стали его рога. Щук. Опа. Ну, щука такой вот безбашенный персонаж. Ну, дрявит он его, конечно, знатно. Соп, КВ-6! И Вафентрагер. Кончай все это дело, сопля. За тобой все равно никто не пойдет. Кончай все дело, сопляк. На. О, так он еще и маленький. Ой. А вот это плохо. Ой, все, ой, все. Кому-то будет пипец. Давайте. Ай, поджигает. Ай, это ракета. Фарш. Во. Давайте, надерите им задницы. Левиафан погиб. Все кончено. Я помогу тебе вернуться домой. Слышишь меня? Вафля? А ты чё тупо стоишь? Ах ты ж. Ой-ой-ой-ой-ой, кракозябр летит. Лучше сваливайте. Перевес явно не на вашу сторону. Да. И исполняю желание подписчиков. Короче, посмотрим мы этого мультипликатора. Не запомнил, как его зовут. Короче, финал сезона, насколько я понял. КВ-44 против КВ-44. Товарищ капитан, с вами все в порядке? Хм. Пустяки. Немного поцарапался. Начинайте поиски предателя. Так точно. Хм, шрифт как у Геранда. Да и вообще стиль как у Геранда. Ну, прям похоже. Так. Что у вас здесь произошло? Ой. Я рад вас видеть, профессор. Нам срочно нужна ваша помощь. Ну, напочините этого монстра. Товарищ капитан, они готовы. А, все готовы? А, они на немецком заводе чинятся? А, тут их два КВ-44. 44, и уничтожьте его любой ценой. А, так их тут двое, так что тут перевес на ихнюю сторону. Готово, как новенький. Как новенький. Ну, он что-то прям не отличается такой вот прям сильный. Ой. Это кто, Левиафан? Левиафан ждет тебя. Рот что-то открыл. Это не надо вам знать. Так, вот, Левиафан. Ну, прикольно выглядит. А вот и противник, уничтожи его. Хм. Вы думаете, я буду с вами сражаться сам? Конечно, Левиафан привык к своими проблемами других. Шать. А, так тут будет битва 2 на 2. Это Ратта, насколько я понял, и эта фигня. Давайте. Пух. Дынс. Давай, подключай еще дополнительные башни. Погнали. Мочи их всех. Бум. А тут еще такой крупный прям.
Пум. Бам. Подключаю еще дополнительные. Чего вы только с основного слова стреляете? Вам эти пушки для красоты приварили? Ах ты! Ой! Тот помог... Такс. Минус рад ты. А, это КВ-45. Но уже нет. КВ-44. А, он еще жив. Да, конечно, повредили, конечно, сильно. Давайте, накостыляйте этому Карлович. Этому плагиату от немцев. Ай-яй-яй. Ух. Размазал, отлично. А ты чё стоишь, афкашишь? Давай, подмогай. На. Уй. Минус КВ-45. Давай. Не тупи. Протупил всё-таки. Конец, насколько я понял, не для советов был. Конец второго сезона. Второго сезона. Ага. Даже титры, насколько я понял, будут идти. Ну и напоследок не монстр. Адский осьминог. Такс. Опа. Щупальца. Бум. Сразу совместный залп. Какая мерзкая штука. Так он еще и больше их. Так это еще не только осьминог, это еще и крот. Ну, или муравей. Кажется, этот был не опасен. Вот так всегда. Тот, кто выглядит как монстр, на самом деле им не является. Да уж, Лига Наций пропустила одного такого в 30-е. Выглядел бы как этот. Да что уж там теперь. 30-е? Помоги! Минус раз. Осталось только два, нас с тобою наевали. Кого? Герман. Надо идти туда. Думаешь, Раб, ты еще жив? Не знаю. Но эта тварь так просто не отстанет. Да. Давайте. Муравьиное исследование. О, алмазы. Или просто кристаллы какие-то. Ну и гадость. Смотри в оба. Говорит, не открывай рта. Все-таки в рате, а не в монстре. Прониклись бывшим врагом, батенька. Я в 43-м под Прохоровкой всех товарищей потерял. Один тогда остался. Так что больше такого не повторится. Прохоровка? Что это там? Да, знаю я такую эпическую битву. Вот и первый трофей. Осторожно. Мы не знаем, что это и откуда. Точнее, из какого времени или измерения. Не будь занудой. Не будь занудой. Монетка. Чем бы дитя не тешилось? А знаешь, мне очень идет. Да. Смотри. Конечно. Вот, Ратте. Пс, Ратте. Что нам делать? Сейчас будем быстро бегать. Ратте, живо сюда! Быстро бегать. Ох, вот он осьминог. В молочной реке купается. Плюх! Прикольно, они от осьминога избавились. Давайте. Медленные монстры превратились во флэшев. Ну или соников. Ну точнее, бегаю как соник. Надо в последний момент. Ну как всегда, в последний момент. Да ладно, даже передохнуть не успели.